Ну что ж, всем привет, и это новое видео о моей подготовке к ЕГЭ по химии и биологии. На самом деле сейчас за окном льет ливень, но мне это безумно нравится. Хотя я пришел, я был весь мокрый, просто у меня были все ноги мокрые. Ну ладно, в такую погоду я спасаюсь только чаем и пледом. Это безумно эстетично сидеть, когда за окном льет ливень, сидеть в тепле с горячим чаем. Ну ладно, сейчас надо в срочном порядке выучить химию. И потом сесть за проект, потому что мне надо до пятницы его сдать, привести в порядок весь этот проект. Исследовательскую работу, не проект. Разные вещи. Ну ладно, надо там шрифты, шрифт, интервалы, список литератур нормально сделать. Короче, и еще надо биологию доучить. Короче, дел, как всегда, дофига. Я надеюсь, что я сегодня успею все сделать и посплю. Потому что я заметил такую тенденцию, то что с каждым днем количество часов моего сна сокращается. И это как-то не сильно мне нравится. Ну ладно, не будем долго болтать. Поехали. Все, я закончил повторять конспект по химии, и сейчас надо в срочном порядке сделать биологию, потому что мне сейчас куратор прислал то, что сегодня дедлайн, та самая мертвая линия, а терять жизни как-то неохота. Кстати, кто там в комментариях спрашивал, я учусь в стабальном рептиле и на химии, и на биологии. На самом деле мне все нравится, потому что так все структурировано. И крутые домашки. Их дофига, к этому готовьтесь, но именно поэтому у них такой высокий балл, средний балл на ЕГЭ у их учеников. И это не может не радовать. Ну ладно, сейчас надо будет срочно за домашки. В принципе, я сдал домашку по биологии. Там было 63 задания из первой части и 3 генетических задачи. Все отправил, все сделал, в принципе, все. С долгами я расстался на сегодняшний день. Сейчас надо будет очень быстренько доделать, точнее, доисправлять исследовательскую вот эту работу. Потому что я хочу сегодня все закончить, чтобы она мне не мозолила глаза. Поэтому поехали за эту тяжелую работу. Наконец-таки я закончил редактировать свою работу. Я сделал содержание, точнее, ну, вписал в табличку содержание, дописал тезисы, подровнял все это дело. Шрифт, интервал. Еще какая-то херня была. Ну ладно. Слава богу, все закончилось. Это не может не радовать. Сейчас, наверное, сяду за вебинарчик по биологии. И будем заканчивать на сегодня. В принципе, на этом все. Я закончил делать все то, что планировал. Это достаточно впечатляюще, потому что обычно не получается делать все, что хочешь, точнее, все, что запланировал. А сегодня прям продуктивненький такой вышел день. Безумно даже. Что ж, на этом, в принципе, все. Всем спасибо, кто досмотрел это видео. Всем прекрасного дня, вечера, ночи, когда вы смотрите это видео. Самое главное, не сдавайтесь.